Мне довольно рано в моей спортивной карьере, еще 7-8 лет назад, стало ясно, что я хочу стать тренером. В последние годы карьеры футболиста я параллельно с игрой детально изучал и тренерскую работу. Это был мой сознательный выбор. Что касается учителей, то у меня были отличные, замечательные тренеры, у которых я научился очень многому. Значительное влияние на меня оказал Ральф Рангник. Это тренер, под чьим руководством я провел наибольшее время. Можно сказать, что именно он меня сформировал. Также в молодые годы моим главным тренером был Юб Хайнкес. Он тоже на меня повлиял. Я многому у него научился. Еще Брэндон Роджерс. Под его руководством я играл в Селтике. У всех тренеров я старался подмечать и перенимать лучшее, создать базу и при этом найти свою тренерскую дорогу, собственный путь и обрести свою идентичность. Все произошло очень быстро. Времени на размышления практически не было. Не секрет, что меня очень хорошо знают Ральф Рангник и Ларс Карнетка. Они же позвали меня в «Локомотив». Они очень хорошо знали меня как игрока. Были свидетелями практически всей моей карьеры. В «Локомотиве» происходили изменения, менялся тренерский штаб, поэтому решение надо было принимать очень быстро. Я воспринял предложение «Локомотива» прежде всего как большую честь, новый вызов в карьере. Поэтому я не колебался, принял этот вызов и продолжаю смотреть с оптимизмом в будущее. Тут у меня нет никаких переживаний. Я очень спокойно к этому отношусь. Работа тренера – мой осознанный выбор. К концу карьеры я принял твердое решение, что в будущем вижу себя тренером. Окончание моей карьеры игрока не было вызвано травмой. Это было мое сознательное решение. Сейчас я чувствую большую энергию в себе, большое стремление к тренерской работе. Я получаю большое удовольствие, когда знаю, что своими знаниями, своим опытом я могу улучшить команду. Помогать команде в сложных ситуациях, ставить команде свой футбол. Мой опыт игрока мне в этом только помогает. Как спортсмен, я прошел через большое количество ситуаций, много что видел, мне со многими пришлось столкнуться в карьере. Поэтому этот опыт я стараюсь использовать и в своей тренерской работе. Я думаю, что подобные рассуждения, критика раздаются не только в России. То же самое можно наблюдать в Италии, в Англии, везде, где есть легионеры. Я думаю, что у людей есть свобода мнения. Они могут спокойно выражать свою точку зрения. Отношусь к этому очень спокойно. Моя задача – показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было. Мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России еще не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счете работа всегда оценивается по результату. Наша задача, не только моя, но и всего тренерского штаба, это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, что «Локомотив» развивается, что «Локомотив» идет своим путем. Мы должны показать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре. Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол. Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться. Для меня тема возраста, смена поколений не так актуальна. Думаю, эта тема несколько раздута в медиапространстве. Я сам стал показывать хороший футбол довольно рано. В молодой команде, поэтому достаточно просто смотрю на тему возраста игроков. Если я вижу 20-летнего игрока, который может на поле делать такие же вещи, которые делает 25-летний или 30-летний игрок, то я скорее отдам предпочтение 20-летнему. Но не потому, что он просто моложе, а из рациональных соображений. У 20-летнего больше времени для прогресса и развития, а значит, больший потенциал. При этом я, конечно, понимаю, что в команде важен баланс. Юношеский задор, интенсивность, агрессия молодых игроков должны сочетаться с видением футбола более опытных игроков.
Я всегда только за то, чтобы в команде были опытные игроки, которые в своей карьере проходили через те или иные ситуации. При этом возраст тут не является определяющим фактором. Важна зрелость игрока, его отношение к футболу. Сейчас молодое поколение более активно выступает публично, больше задействовано в медиапространстве. У предыдущего поколения и близко не было таких возможностей выразить себя публично, в первую очередь через социальные сети. Я не вижу в этом никакой проблемы. Тем более у них перед глазами есть примеры очень больших игроков, которые очень активны в медиапространстве. Отношусь к этому спокойно. Единственное, что могу сказать, если я замечу, что звездная болезнь мешает игрокам на поле или мешает здоровому климату в команде, отношениям внутри команды, тогда, конечно, я буду препятствовать этому. Но при малейших признаках того, что мы видим проявление звездной болезни на поле, я буду жестко реагировать. Я могу сказать, что в «Локомотиве» есть костяк, центральная ось, состоящая в основном из опытных игроков и определяющая нашу игру. Эта ось начинается с нашего вратаря, с Гилерме, который сейчас восстанавливается после травмы. Что касается нашей линии обороны, то назову двух замечательных защитников, которые сыграли очень много матчей за свои сборные. Сыграли очень много матчей за «Локомотив». Речь идет о Тине Едвае и Мацее Рыбусе. В средней линии это Дмитрий Баринов, вице-капитан, который сейчас выполняет роль капитана. И к этой же когорте я могу причислить Рифата Жамалетдинова, который с каждой игрой берет на себя все большую и большую ответственность. Это игрок, у которого грандиозный, гигантский потенциал. Он может вырасти в очень большого футболиста. Две последние игры Рифат не только не избегал, а наоборот, брал на себя ответственность. Также могу выделить Яна Кухту. Это наш новичок, он зрелый игрок, который многое видел в футболе. Он уже стал частью нашей оси. Это 6 игроков, 6 ребят, от которых я жду очень многого, и которые, я надеюсь, будут помогать «Локомотиву» переносить на поле ту философию футбола, которую мы проповедуем. В «Локомотиве» я работаю примерно полгода и ни разу не заметил того, чтобы Даниилу Худякову были необходимы мои советы в части психологии и ответственности. Я с большим удивлением смотрю на этого 18-летнего парня и вижу, что он совсем не производит впечатления 18-летнего. Это не мальчик, а вполне зрелый талант, сконцентрированный спортсмен, который очень ответственно подходит к играм. Он очень талантлив. Я уверен, что среди игроков своего возраста Худяков один из первых вратарей во всей Европе. Он очень хладнокровно действует в играх, не теряет голову. Он очень зрелый игрок для своего возраста. У него большой потенциал и большое футбольное будущее. К тому же перед глазами у Даниила замечательный пример старшего партнера Гилерме. Он всегда смотрел на него как на ориентир. У него был, есть и будет великолепный партнер, с которого он во многом может брать пример. Это очень важно. Москва – это великолепный город. Это город, глядя на который можно затаить дыхание. Сейчас, во время паузы, у меня появилось время погулять, увидеть город. Я начал влюбляться в Москву. В целом, могу сказать, что россияне, русские люди – это очень доброжелательная публика. Нас здесь все тепло и очень гостеприимно встречали. Я всегда чувствую поддержку. Это касается всех людей, и особенно тех, кто работает в команде. Я могу сказать, что уже стал относиться к ним как к своей семье, как к родственным людям, родственным душам. Дорогие болельщики, хотел бы обратиться к вам. Надеюсь, вы уже замечаете результаты нашей работы. Мы стараемся показывать интенсивный и быстрый футбол, повышать качество игры «Локомотива». Надеюсь, по двум нашим победам это было заметно. Нам предстоит очень важная игра со «Спартаком» дома, на своем стадионе. Мы уверены, что получим ту же классную поддержку, которую мы получили от вас на нашей последней домашней игре. Могу вас заверить, что мы подходим к предстоящему дерби с полной концентрацией, с хорошим боевым духом. Надеюсь, что с вашей поддержкой мы победим.